влетел. Субработок, дорогие друзья. Сегодня опять, к сожалению, возвращаться в Москву. Поэтому едем добирать вчерашнее скошенное поле. Как добирать? Мы все это добираем. Но сегодня времени немного, поэтому туда специально лезть не будем. Может быть, залезем в эту рощу сейчас. Что там сейчас через эти рощи маленькие коров гоняют. Вчера вечером как раз пастух к нам. Через разделитель. Да, через разделитель. И может быть получится что-то там найти. Поэтому смотрим. Ну что, коровки пришли сюда. У них утренний эмоцион, они через поле вот так. Ну да, гуляют. Я говорю, надо было пастуха попросить, чтобы он нам вход в лес нормально растоптал корову. Да. Сейчас они увидим. Сейчас если увидим, то попросим. Первый сигнал. Крестик. Ну, обыкновенный лепесток. Но целенький, хорошо. Вот так. Как-то так. Ходим без маршрутно, скажем так. Просто бродим. Ладно. Ходим, бродим. Монеточка вылетела. Что за монеточка? Нет. Это не калаш. Это не калашка. Ушвырканная, как обычно. Но сам факт находки имеется. Блин, тут дашборд не разобрать. Ребят, 2 копейки. Ну да, я попробую выложить, по-моему. Да ладно, что мучить ее сейчас, потом посмотрим. Не, потом надо будет это... Потом вообще забудем двигаться. А потом... Суп с котом. О, коровки туда ушли. Я же тебе сказала, они там попросили. Сейчас влезут туда. Полазили вот по этим кустам. Нашли пломбу старую, такую необжатую, новую. Тысяча 900 какой-то. 2 копейки. Но мы отсюда не положим много, тут не надо. 903, по-моему. Да? Угу. Вот так, короче. Так, ну вылетела у нас серебрушка очередная. Пятачочек. Но, к сожалению, год убит. Кем? 1800 какой-то 9-й. Но это не мы, это уже так и было. Но все равно находочка приятно, все равно. Серебро. Идем. Ходят сами по себе. Пастуха нет. Букет нашел. Не знаю, чего он. Смотрите. Цветочки. Такая вот фиговина. Тяжелая. Тяжелая. Кто не знает, может, скажет, я ж я не знаю, а что это такое. Букет. Да. Остальные цветочки по облому. Ну, наверное. Хоть столько. Раз, два, три, целых. А внизу что-то на нижней. Накручивалось. А, да, и резьба. Хрен знает, ну что-то накручивалось. Ладно. Так. Крупных таких не ходит. Очередной сигнал. И это Лиза. Елизавета. Это не Катя. Лизин. Сохран, правда, не алё. Да, сохран, как всегда у них. Ну, здесь еще трудно ожидать. Мне копейки надо. Да нет, это копейка, двушка больше. Да? А конь есть. А конь есть. Конина есть. Лошади, ходи. Лошади.
Ладно. Очень даже хорошо, все равно приятно. Что-то находим. Так, рядом. Вот. Буквально. Первая ямка, да. Полтора метра. И кусочек керамики, горшка. Но я его выбросил, не показывал. Еще одна монета. Очень, кстати, она, да, странно. Посмотрим. И очень похоже тоже на Екатерину. Ну, такая же, во всяком случае, размером. Нет, это была Лиза. Ну, Лизавета, какая разница. Холодная. Всадник, конечно. Оно же, да? Что-то мне это странно. Ну, да. Катин вензель. Да. Это уже Катин. Ой, разница там, там рядом была. Ладно, не шморкай ее сильно. Потоньше какая-то. Ну, формат такой же. Рядышком. Давай полазим. А давай полазим. Вот прям первая ямка и вторая ямка. И кусок горшка керамического я выбросил его, что-то не снял, дурак. Вижу. Что-то как-то очень странно. Сейчас походим, вот покрутимся. Смотрите, очень любопытно. Первая ямка, вторая ямка, третья ямка и опять Екатерина, но уже не копейка, а полушка. Странно. Интересно, на одной линии, что? На одной линии, смотрите. На линии распашка. И вот она идет распашка, вот она идет, и вот туда уходит. Так, значит, надо пойти попробовать вдоль походить. Ладно, если что найдем, покажем. Очень интересное местечко. Вот здесь была полушка Катина. Хренак. Лепесточек маленький, целенький, тоненький-тоненький. С ним надо аккуратно-аккуратно. Да, и вот на том краю поля мы тоже поднимали Екатерину. Очень интересно. Как так получается? Покрутимся еще. Ребята, вот еще рядом. Где рядом? Метров 10. И эти-то целенькие, только загнутые. Целенькие, только загнутые. Смотрите, да. Усики-то сами. Вот он вот такой. Обалденный. С эмалью. Крест шикарный. И лежал просто сверху, просто. Ну и гиречка еще выскочила. Тут же крутимся пока. Что-то тут было еще. Ну, походу, да. То ли перекресток, то ли что-то такого плана. Аккуратно. Ладно. Продолжаю крутиться на этом месте. Еще одна Катя Лиза, только уж больно забавная. Смотрите, какая. То ли ее при жизни так чеканили, пришкварили, то ли ее потом уже пытались что-то с ней сделать. Но судя по тому, что здесь много как бы монет екатерининских, несколько вылезло уже, скорее всего, хрен знает. А, ребят, это да, это чекан такой. Вот, видите, буковки сбоку. Тоже подсказывайте, кто знает. Я фиг знает, мы не знаем. Пока крутимся. Сигнальчик, говорят. Все, уходим к машине. Сегодня у нас времени особо нету. Разнесло. Может, разнесло. А не с той дороги. А. Они обычно с той дороги, но все. Полушка. Анна. Ладно, еще пока идем. Двигаемся туда, вот, к машине. Дорога, да, вот одна здесь была. Здесь какая-то была. Здесь, наверное, был перекресток. Там были. Ну, соответственно, вон там большая шла. Так, сигнал. Так. Еще покажу.
Полушка Павла I. 802 год, судя по всему. Тоже кривенькая какая-то. Да пойдет! Хорошо. Дождь начался. Очередной сигнальчик по дороге к машине. Ой, да, жалко. Знаешь, что-то копейки. То ли 1/2 копейки Николая II. Ну, в общем, это какая-то какого-то Николая. Что-то. Мне кажется, что это 1/2 копейки серебром. Но она убитая. Но она убитая, да. Важно. Так. Ага. Красивенький. Пушку чуть-чуть я у него задела, наоборот. Ну, не страшно. Копейку, видишь, хороший. Вообще бил 9.15. Ну, так они и долбят. Идем к машинке. Опять никак до машины не дойдем. Пятачок. 55-й год. Идет. По весне вот в эти еще заросли зайдем. Здесь прям дорога-то и шла, вот основная. Вот оттуда, через вот эту штуку. И там еще одно поле есть. Его вспахать-то вспахали, но боронить не боронили. Там ходить невозможно. Я, по-моему, где-то снимал в каких-то вот из наших роликов. Ну, так места, конечно, интересно. Да и красиво сейчас осенью. Тут пятачок был, рядом еще пуговицу нашел. Рядом убитая, конечно. Но как находочка пойдет. Еще одна полушечка екатерининская, судя по всему. Ну, я вот трать. Тереть не буду сильно. Здесь вот буквально 3 метра. Ладно. Так, друзья, пока я полушку снимал. Что-то там еще. Как на присосках ходим. Чпак, чпок, чпок, чпок. Что-то там нашло. Давай уж. Убитый. У. Умассон. Умассонился. Умассонился. Ну, все равно в зачетик. Почти до машины дошли. Вот такой вот крестечко вылетел. Не знаю, честно, какой год. Задняя сторона гладкая. Здесь он кружочек. Отлично. Да, вот и еще один сигнал. Здесь, да, здесь медь, конечно, подубита. Деньга, походу. Деньга! А у тебя какой? Пойдем посмотрим. Финальные аккорды уже у нас этого поискового дня. Да. Моя? Поймали пусинку-то какая. Луж нету. Луж нет. В коровьем копыте мыть не хочется. В говне подклеить в коровьем. Ну ладно, уж что сейчас дай. Ну есть пшикалка. Деньга-то нормальная? Да. У меня была убита. А, да, еще там было. Что это? Ага, да. Так.
Николай Первый. Николай Первый. Полкопейки ж. Ну да, иногда. Все надо поосторожней. Они умирают на раз. Ладненько. Еще монетка, как вы понимаете. Тоже малепусенька. Тоже малепусенька. Посмотрим. Да, вот это стреляют уже. Стреляют у меня. Александр. Где Александр-то? Николай Первый. Тоже? Не, подожди. Какая Николай. Же? Николай Первый. Да. Рядышком. Прям вот одна, вторая. Все, покажу. Ну, мы их не дерем, мы их ныкаем. Потом моем. Ну, если что-нибудь сохраняется, конечно, прилепляем. Вот. Ребят, никак до машины не дойдем. Я уже завел ее. Пожалуйста. Не без нее. Оп. Походу, Алексей Михайлович. Ну, это хорошо. Это вообще зачетик. Хорошо. Ладно, сейчас уже заканчиваю. Почему-то давно, в прошлый раз я находил. Ну и в Подмосковье тоже, кстати. Ладно. Еще монитор. Сейчас я еще пломбочку достал, потом прилепим фотку интересную. Внутри я сейчас. Павел. Да? 797 год. Так что и не мой. Потом отмоем. Да. Ну что, друзья, накопались мы сегодня. После того, что я сказал, сегодня охоток не будет, получалось как-то вот так. Во, зачетик. Вот два зачетика и крест, конечно, офигенный. Меня что очень радует, ну, гнутый, ничего, выпрямил. Что все усики целые. Вот этот даже целый, просто загнут. Сегодня, да, крестов много, давно нам не попадался. Сколько? 5 целых, 1 сломанный. Ну, монет нормально, как всегда. Вот это смешная, конечно, Екатерина. Вот как-то так. Ладно. Следующий выезд планируется с комрадом в Подмосковье. Ну, если ничего не сорвется, то... Ну, я думаю, почему сорвется? Должны съездить. Да? Потому что меня могут с работы не отпустить. Ладно. А мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Подписываемся. Ставим пальцы вверх. Счастливо!